Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня у нас... Так, тихо, не падай! Сегодня у нас 19 сентября. Прекрасная погода, бабье лето стоит. Шикарно бабье лето. Тепло, сухо. Я каждый день, конечно же, гоняю за грибами. И сегодня я решила тоже сходить за грибами. Потому что в огороде поделала дела, а погода... Я даже не за грибами, я по лесу походить решила. Вчера принесла опять целое ведерко 6-литровое. Принесла красноголовиков столько же. Все переделала, еще плюс на рыбалку сгоняла. Поймала 2 рыбки. А сегодня вот решила, думаю, ну так хоть прогуляюсь по своему лесочку. Наверное, думаю, ничего уж нету после выходных. Но тем не менее, грибочки есть. Вот видите, уже первенький пришел. Смотрите, какой красавчик. В общем, пойдемте искать. Смотрите, какие красивые мухоморы стоят. Ну, и просто загляденье. И вот тут еще, вот тут вот тоже. В общем, их тут много. Но нам оно не надо пока что. Вот на этом месте я насобирала много красноголовиков. С толстой ножкой. И снова вот иду. Иду и чего-то я вижу. Опа, ну-ка ты... Ты ли это? Погрызенный, конечно, весь. Сейчас мы его проверим. Так, видно, не видно на камеру. Сейчас проверим. Так буду. Пусть лежит, а я буду резать. Вот так вроде кажется видно. Какая толстая нога. Даже не режется, как дерево. Смотрите, какой. Так, что тут дальше? Это гнилое или грязное? Нет, тут гнилое немножко. Вырежу. Ой, блин, упал. Я его сушить возьму, это гнилое вырежу. Сейчас я прямо его вырежу без камеры уже. О, вырезала. Вот такое беру посушить. Красноголовички сушу уже последнее время. Ну, еще и плюс надо будет отварить и заморозить. Ну, вот опять мухоморы. А вот там что такое? А вот там что такое? Вот это, да, вот это. Пойдемте-ка к нему. Это не красноголовик, где случайно стоит. Ой. Кажется, грибочек. Нашли мы еще один. Опаньки. Ай. Сейчас вас в листве вот этой желтой так трудно обнаружить. Еще со зрением с таким. Надо фокусировать его, приходится на одно место. Ну что, прекрасный. Берем. Сейчас обрежу ножку, чтобы мусора не было. И пойдем дальше. Так, может, еще где увидим сразу? Ну, рядом не стоит больше ничего. Но надо прозондировать тут эту местность. Знала, что надо прозондировать эту местность. Вот если бы я пошла с той стороны, я бы вот этот грибок ни за что не увидела. Смотрите, он в каком шалашике стоит. Где ты там? Прям ведь в шалашике, да? С той стороны под листочками шляпкой своей приподнял эти листочки. И вот такой. Где ты тут? Хотя тебе вот показывать надо. И вот такой красавчик наверняка. Не знаю сама еще ничего пока. Ох, вот эту ногу пришлось ему выпустить, чтобы вылезти оттуда, из темноты. Длинная нога. Хороший, молоденький. Вот так вот надо зондировать почву-то везде. Практически ничего нету, никаких грибов, но я иду и все же вижу. Иду и все же я его вижу. Опа, раз. Опа, два. Два. Странно, либо их не было, либо их не заметили, либо их за поганки приняли. Но тут ходили кто-то. Что там такое большое? Огромное стоит. Хоть бы хороший был. О, ребят, вы посмотрите, какой богатырь. Ну, что, шляпа гнилая, что ли? Давай отрезать вон. Ну, шляпу мы срежем. А корень, кажется, хороший. Сейчас отрежем его. На сушку как раз пойдет. Показываю на публику. Берем.
Вот смотрите, вот грибочек сейчас. Я даже сомневалась, что это грибочек. Думала, это листочек. И вот там рядом тоже сомневалась. Вот он. Но это ведь уже мы все видим, что это тоже грибочек. Видите, как сейчас их сложно найти под такими же листочками одного цвета. Правда? Это надо включать просто все глаза, всю акустику свою. Ну, вы поняли, да? Вы меня поняли. Что надо включать? О, Боже. О, Боже. Ну, посмотрим теперь тогда. Значит, сереголовички кое-где попадаются. Кое-где попадаются около березок. О, какой-то грибан вижу. Грибан. Пойдемте к нему. Посмотрим, что там за грибаны. Может, еще рядом такой поменьше стоит. Знаю, сейчас все рассмотрим. Ты что? Ты, наверное, уже... О, тут еще ребятки есть. Останавливаемся. Так, этот видите? А этот видите? Ну, вот такой коричневой шлепенцей. Где-то я еще сзади видела только что один. А, вот еще один впереди. И все полит под листвой. И вот тут вот, прямо рядышком с гнилым один. Четыре? Разбираться будем, что есть, что. Может, хоть эти хорошие. Просто, видимо, там все везде обошли. Потому что, ну как так не может быть грибов? Они могут быть, их искать надо. Так, давайте с этим разберемся. Опа. Так, положим пока раз. Сейчас все в кучу. Здесь что такое? О, нагата. Нагата. Два. Тут нету случайно, все сбучилось. Так, тут что? Опачки, опачки, опачки. Ай, три. Три. Ну, тут может, конечно, вырезаться что-нибудь у кого-нибудь. Но факт тот, что они тут стояли. И вот этот еще, да, около гнилого-то. Это что? Сам сгнил? Бедный он даже сам сгнил. Ну что, стоял рядом. Нельзя рядом с мухоморами гнилыми стоять. Молодежь, это к вам и обращаюсь. Так, а тут что? А я прошла, смотрите-ка. Еще что-то прокатило. О, это масленица. Ну что, он тоже гриб вообще-то. А не то, что ли, поганка. Так, все, еще плюс мысленник. Так, ну все. Или может еще что, где? Я хотела даже, не хотела даже сюда заглядывать. Хорошо, большущую, огромную издали увидела. Ладно, сейчас проверяю. Ха-ха-ха-ха. Так вот они. Это самые сыроголовики осенние, которые кучами растут. Вот раз, два. Вот видите, три, четыре. Там где-то вижу дальше. Ой, где-то тут вот видела сейчас только что под листвой. Ладно, сейчас огляжусь, еще видела несколько штук. Короче, ребятки, они все-таки есть кое-где, да, местечками. Значит, под березы-то надо заглядывать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, еще где-то есть. Ладно, я срезать буду пока. Хожу по лесу, я хожу по лесу, собираю грибочки, грибочки. А грибочки-то у меня прям вот около дома какие-то растут. Вот мой дом, и вот грибочки. Может быть, вы это знаете? Ой, так похоже на эти, на шампиньоны. Смотрите. Это что хоть-то грибочки-то за такие? А? Сейчас я их разрежу и покажу. Лично я, конечно, не знаю. Никогда такие грибы не собирала, но в магазинах почти такие же продаются, шампиньонами зовутся. Сейчас покажу, я вот сейчас уж их сорву все, вот сорвала один. Они такие губчатые. Вот. На срезе вот такие. Кто знает, напишите, пожалуйста. Может, мне их есть можно было, а я их выкидывать сейчас вот буду. Ладно, друзья, всем до свидания. Рада была сегодня этот прекрасный осенний с бабьим летом вместе побывать в лесу денечек. Прекрасный день. Солнечный, теплый немножко, и с ветерочком. Ну, все равно домой надо. Дома тоже работа есть. Всего доброго. Пока-пока-пока.